Всем привет! Друзья, мы продолжаем обзоры велосипедов в нашем магазине. Вот, и хотели бы вас познакомить с новинкой. То есть мы постоянно мониторим рынок, выискивая какие-то хорошие, интересные модели по хорошему соотношению цена-качество. И вот последние наши новинки. Мы привезли партию велосипедов Арбея, карбоновых и алюминиевых. Вот. Сейчас они по достаточно интересной цене получаются и в хорошей комплектации. И хотим вот сегодня вас познакомить с моделью Арбея Альма М50. Степан, вот вообще для чего предназначена эта модель? Данный велосипед предназначен для участия в соревнованиях, для тренировок. То есть это основной задел ее. Хорошо, ну а как ты вот определяешь? Какая комплектация, то есть почему так вот считаешь? Ну, в первую очередь по трансмиссии 1.12, это уже ставится на спортивные велосипеды, ориентированные на гонок. Легкая карбоновая рама идет Арбея от испанского производителя, полностью стакан, внутренняя проводка. Вилка идет от производителя RockShox, моделька Рэба. Вилка у нас на оси 110, рама также идет, ось бустовая 148. Что касаемо вилки, вилка подстраивается под 80, под 100 мм, в зависимости от человека, какой ход он желает поставить. На вилке присутствует блокировка, она стоит на ноге. Колеса производителя Арбея, рассчитанные под бескамерку, покрышки Maxi Saikon. Всеми популярные уже, универсальные покрышки на сухую погоду. Вернемся к трансмиссии. Трансмиссия от производителя SRAM 1.12. Сзади у нас идет разброс зубьев от 10 до 50. Больше звезды 50 пока нет. Пока нет, да. Переключатель SRAM GX с тейпом, не дающим раскачиваться цепочки на сильных кочках. Спереди у нас одна звезда, 34-я. Наиболее универсальная, в принципе, для кросс-контрийных гонок. Монетка GX в совокупности с задним переключателем, тормоза производителя Shimano M500, дисковые гидравлические, фирменное сиденье Selle Italia, сама моделька Royal, комфортная, удобная, под сиденье штырь, вынос от производителя RaceFace, они алюминиевые, но достаточно конкурирующие с карбоном. Велосипед поставляется у нас без педалей, тут уже выбор за человеком, либо контактные педали ставить, либо обычные топталки. В целом, мы успели все. Хорошо. Вот единственное, хотел бы, Степан, может быть, на раму еще внимание обратить. Вот Арбея и конкретно модель Альма. У Арбея всегда была достаточно такая, так скажем, популярная, хорошая, надежная гоночная рама. Вот. В принципе, даже вот по конструкции и по тому, как она сделана, ну, достаточно такая интересная, на мой взгляд. Сама моделька Альма на данной раме выступает Жульен Абсалон, французский гонщик, олимпийский чемпион, победитель чемпионатов мира, кубков мира, в общем зачете кубков мира. И рама разрабатывалась непосредственно с ним уже, как бы под него, и уже она выходила в серию. То есть рама именитая, я считаю, что этой раме можно доверять. Ну да, я тоже хотел только на это внимание обратить. Хорошо. А вот, Степан, как считаешь, вот кому был бы интересен этот велосипед? В первую очередь спортсменам. Кто борется на соревнованиях за каждые секунды. Потому что велосипед должен продуман до мелочей. Ну и людям, те, кто хотят стремиться к более высшим результатам на соревнованиях, тоже подойдет. Лишь бы карман позволял. На перспективу. Ну, у кого есть возможность, да, можно на перспективу взять. Да? Хорошо, ясно. Ну, что? В принципе, друзья, вот такие интересные у нас новинки. Хочу напомнить, что у нас точно так же продолжает действовать тест-драйв. То есть вы можете приехать, попробовать прокатиться на велосипеде, попробовать раму, насколько это позволит тест-драйв сделать, и самому прочувствовать велосипед. Вот, приглашаем вас всех как минимум на тест-драйв. Вот, ну и на этом, наверное, все. Будем продолжать наши обзоры. Следите за новостями. Всем пока.